Занимаюсь футболом 7 лет уже. Мне нравится эта игра, потому что там эмоционально все. Нравится выигрывать, не люблю проигрывать. Я нападающий, я должен забивать, тащить мяч вперед. В Сочи мы проиграли тогда 5-3. Но это было самое запоминающее, потому что это всероссийские соревнования, мне там очень понравилось. Мы играли с Тобольском, но там уровень сильнее, чем у нас. Думал уже, с чем связать свою судьбу, куда идти дальше учиться после школы? Нет, не думал, но я думаю с футболом, в Москву. Да. И там куда? Что? В спортивный университет. Чего ждешь от нашей поездки и вообще, то есть, ну как бы? Много эмоций, воспоминаний. Вообще нет, с новыми людьми, друзьями. Твоя семья, какая она будет? Сколько детей будет? Двое детей и два мальчика. Почему мальчик? Потому что я хочу себе два мальчика, они будут заниматься футболом.